Уже шестой раз Брест встречает одно из наиболее ярких спортивных мероприятий года – межгосударственный турнир памяти героя Беларуси Владимира Корвата. Представители лучших борцовских клубов Беларуси, России и Украины традиционно принимал легкоатлетический манеж. Трехдневная программа соревнований насыщенная и интересная. Разная возрастная и весовая категория участников, разный уровень подготовки, разные техники и методики ведения боя. Несмотря на такую большую спортивную составляющую, в проведении состязания есть и патриотическая нотка. Молодые люди не только развивают индивидуальные качества, но и знакомятся с личностью первого героя Беларуси, уроженца Брещины Владимира Корвата. Его отличительная особенность в том, что это все-таки турнир не просто спортивное соревнование, это памятное и знаменательное событие, потому что оно посвящено памяти Владимира Николаевича Корвата, первого героя Республики Беларусь, нашего брещанина. В шестой раз на Брещине собираются лучшие борцы трех стран, чтобы не только определить наиболее сильных, ловких и выносливых, но и еще раз вспомнить о подвиге Владимира Корвата, являющемся примером мужества, отваги для современного поколения берестейцев. Проходит время, однако этот трагический эпизод истории не забывается. Он долго будет жить в памяти многих. То, что делают наша федерация спорта, наши спортсмены, это действительно велико. Во-первых, мы чтим память такого хорошего, великого человека, который отдал свою жизнь действительно вот за таких мальчишек и девчонок, которые вот сегодня участвуют у нас в турнире. Этот турнир не единственный. За главные награды турнира спортсмены соревновались в течение нескольких дней. Ковать победу на ковер выходили лучшие практики греко-римской и вольной борьбы. Год пройдет незаметно, а потому уже скоро спортсмены снова посетят Брест, чтобы увести в свои родные города гордое звание победитель.